преддверии учебного года в каждой школе проходят педсоветы. 43-я не исключение. Она с углубленным изучением немецкого языка находится в центре Кировского района. Проблем, как и в любой школе, хватает. Это и большое наполнение классов, по 30 с лишним учеников, и нехватка помещений, и ремонта, и зарплаты учителей. Разговор шел и о применении современных технологий и методик преподавания. Мы должны выбрать базовые школы или группу школ. Я предлагаю для этого сделать это на базе Кировского района, которые могли бы стать центрами для развития тех или иных методик для всей области, так называемые точки роста. Предстоят очень серьезные разговоры при осенней сессии областной думы и защите бюджета на эту тему. И вот такие вот актуальные вещи, как развитие школьного образования, школ, начиная с детских садов, школы, вузы, мы должны очень внятно и четко выработать определенные позиции, подкрепленные деньгами и бюджетом Ярославской области.